Здравствуйте, Сонечка. Карл Модестович, какими судьбами опять в нашем доме? Вас смущают мои визиты? Нет, ваше существование. Если бы вы приходили с хорошими вестями. На сей раз новость весьма приятна. Для вас или для нас? Это как посмотреть. Отныне у нас с вами и добро, и зло будут общими. Ведь я теперь свой человек в вашем доме. Что вы имеете в виду? Ваш папенька намерен взять меня управляющим. О, Господи. Что вас так удивляет? Отчего же тогда барон отказался от ваших услуг? Не он отказался, а я ушел. Просто я решил перейти на более выгодное место службы. Ничего не понимаю. А вам понимать ничего не стоит. Такой юной, очаровательной барышне не стоит забивать головку хозяйственными вопросами. А он уже взял кого-то на ваше место? Нет. Боюсь, ему придется очень долго искать. Значит, место свободно. Конечно, конечно. Получилось! Ну и семейка. Ни одного нормального человека в доме.